Конец турниров, начало сезона. Под таким девизом в Русском драматическом театре «Мастеровые» прошла торжественная церемония закрытия двух шахматных соревнований, которые одновременно проходили в нашем городе со 2 по 10 августа. В минувшие выходные наградили победители 15-го мемориала Раисы Беляева и турнира «Шахматные принцессы». Лучшим из лучших вручили кубки и медали. И абсолютно всем участникам подарили спектакль «Щелкунчик». Участники турниров сменили шахматные доски на уютные сиденья зрительного зала. Сейчас, когда ребята собрались в театре, не верится, что еще день назад они планировали атаки и отступления и были непримиримыми соперниками. Противоборства завершились, но в памяти остались захватывающие ходы и интересные шахматные комбинации. Наша партия получилась очень серьезной, очень сильной и захватывающей. Нам очень понравилось, и мы как бы допускали совместные ошибки, и поэтому от этого партия еще интереснее. Это тоже тяжело, как бы иногда бывает 9 туров тяжело играть даже в один день, а тут 14 туров два раза в день. Почти в каждой партии количество ходов превышало 70, хотя обычно игроки укладываются в 50. Это очень серьезный показатель, оценили специалисты. Количество играющих в шахматы молодежи неуклонно растет. На черно-белых полях сражений появляются новые талантливые игроки. Также и на прошедших турнирах не обошлось без приятных сюрпризов. Юные шахматисты Яна Магизова, Идрисова, Эльмира показали высокий уровень игры и явились открытием этих соревнований. Среди партий, которые можно было бы отметить как лучшую, наверное, можно отметить противоборство двух шахматисток. Это Шафигулиной Зарины и Балмышевой Оксаны. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться молодым шахматистам, испытания достойно прошли все участники. Никто из маленьких гроссмейстеров не остался без подарков. Тем, кто не попал на пьедестал почета, вручили утешительные сувениры. А после церемонии награждения победителей, дети и их родители первыми в этом театральном сезоне увидели мастеровых на сцене. Ну, Александр Пинков, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.